В 2019 году в Волгоградской области планируют обработать 154 водоема от комаров и мошек. Это стало известно на заседании Межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии Волгоградской области. В городе-герое дезинфекция пройдет на 143 водоемах, включая 28 озер и ериков на острове Сарпинском и еще на 11 объектах в Волжском. Обработка водной поверхности и прибрежных зон является одним из самых эффективных способов профилактики заболеваний, переносчиками которых являются кровососущие насекомые. По информации Комитета здравоохранения Волгоградской области, дезинфекция начнется в мае. В настоящее же время готовится необходимая документация и прорабатываются этапы работ. В первую очередь планируется обработать водоемы на территории детских оздоровительных учреждений, в рекреационных зонах и на туристических маршрутах. Комплекс профилактических мероприятий выполнят в 5 этапов. Перед дезинфекцией на территориях покосят траву, соберут мусор, устранят течи водопроводов и канализационных вод. Анна Муслимова, телеканал «Волгоград-1».